Можно ли использовать вкладыш для бочки без бочки? Проведем эксперимент, не выходя из дома. В случае неудачи мы просто затопим весь этаж. И, кстати, у этого вкладыша двойной шов и круглое дно. Закрой дверь, я работаю! Итак, проверяем. 10 сантиметров хранить можно. 20 сантиметров – полет нормальный. 30 сантиметров еще стоит. 40. Полет нормальный. Сорок сантиметров, я думаю, не предел. Но без бочки результат будет такой же. Не занимайся херней и не делай как батя.